Для того, чтобы не пропускать стримы. Вот видите, люди пишут 1-2. Вот вы как думаете, что это такое? А они выбирали песню, какую мы сейчас будем слушать. А вот вы не можете выбирать, потому что у вас нет на стриме. Сюда заходите, вот сюда. Подписывайтесь обязательно, да? И будете видеть, что мы делаем. А делаем мы следующее. Выбрали по итогу песенку Тифеста. Ну, насчет песенку, не знаю, да? Тут такая вот такая облога, в общем, ковер интересный, да? Шутер. Да, вот такая вот балаклава, да, у нас. Прицел на лбу. Давайте посмотрим, что это такое, что нам приготовил Тифест. Погнали. Лейбл Ремниската. Let's go. Чикаго, да, Чикаго Глори, что. Плохие привычки. Подруги как сестрички. Спички, да? Ты куришь, пепел падает на пол. Я в кавычках попса, как сигареты и спички, да. Ты покупаешь вок, ищешь мое интервью. Я заказал вок, смотрю, не ты в Red Blue. Ты включила фараона, типа шаришь за звук. Детка, я не персонаж, я не играю в игру. Подпольные списки моих пацанов, Forbes, не лишние риски. Потертые джинсы, я сипу, джинс, желание должно сбыться. Европа, Манхэттен, здесь одни коты бой, но я не верю в приметы. Они все с тобой, но запомни правило первое. Никто не хочет твоей победы. Здесь так легко поднять шум, да. Никому не дело до твоих ебаных шуток. Ты это выдумал себя. Я покажу тебе, где настоящий шутер. Здесь так легко поднять шум, да. Никому не дело до твоих ебаных шуток. Я покажу тебе, где настоящий шут. Смирись, ты не хочешь понимать музыку. Ты хочешь, чтобы я в сторис написал тебе хуйню. Я включаю диктофон и просто что-то говорю. Давай представим то, что это хит, я ебу. Я не знаю, как любить только одну. Лей на микродосе, руки к потолку. После концерта в душе, я с ней наверху. Мы устроим мошпит, закрытый фан-клуб. Она дерзкая, как мисс Эллиот. Пара портаков, я ёбари на геликах. Твои пацы где? Мои пацы на обменниках. Валюта кувыркается, как мы, до понедельника. Украина и Торонто. Пустые разговоры здесь не сделают погоду. Лютые масштабы, твои типы на изжоге. Я рисую эту хуйню, чтобы ты понял. Вау, здесь так легко поднять шум, да. Никому не дело до твоих ебаных шуток. Ты это выдумал себя. Я покажу тебе, где настоящий шутер. Здесь так легко поднять шум. Очень агрессивная капа. Инструментал очень агрессивный. Я покажу тебе, где настоящий шутер. Здесь так легко создать шум. Здесь так легко создать шум. Наблюдай со стороны. Давай помолчим, ведь здесь и так легко создать шум. Здесь так легко создать шум. Здесь так легко создать шум. Наблюдай со стороны. Давай помолчим. Да-да, Торонто классная страна. Украина и Торонто. Кайф. Ну, как-то либо два города, либо две страны, да? Надо бы. В чем, на мой взгляд, проблема этого трека? В том, что очень агрессивная драмка, очень эпично агрессивный сэмпл. И вещи, которые он делает, ну, вот, типа, какой-то вот твои там то, твои это, какое-то есть немного... истории, как будто он чего-то жалуется, да, то есть как будто он немного жалуется. Вот в припеве он нам показывает, да, там, где настоящий шутер, вот эта вся история. А здесь моих пацанов Forbes нет, лишние риски, подтверждение желания сбыться. Тут должно быть дичайший репрезент. Не там, не у кого-то там, то ебаря там на геликах, нет. Вот это ты на геликах, ты являешься ёбарем этих всех баб, ты крутой, ты чемпион, ты самый лучший, ты самый ебашущий. Вот историю, да? Ищи моё интервью, вот здесь более или менее, да, типа? Да, бам-бам-бам-бам, включила фараона, шаришь за звук. Вот, ну, не знаю, то есть, типа, ни на кого не надо наезжать, просто рассказывать, какой ты охуевший. Вот прям вот максимально, да, ты самый крутой. Никто не хочет твоей победы. Ну, может быть, да. То есть, с точки зрения текста, да, все норм. С точки зрения, ты не хочешь понимать музыку, чтобы я в сторис написал тебе хуйню. Вот это не оно, короче. Это не оно. Это какая-то грустная нудятина лирика.
А здесь надо прям вот эпичное, что-то эпичное подавать, взрывное, да, такой вектор, типа, все, блядь, круто, все, ты прям босс, ты босс. Вот. А прям вот, блядь, агрессии жесткие. Я вообще не знаю, Тифеста ли этот бит, да? Тифеста ли этот бит с точки зрения настроения? Как будто тут немного такое непопадание, да, харизмы, непопадание в эпичность бита. То есть как будто нужен бит немного попроще. Здесь вообще какой-то даже рейдж можно наваливать. Откровенно, да, прям эпичный репрезентативный рейдж можно давать, жесткий. Поэтому я не знаю, типа... Как будто бы не очень, да, как будто бы не очень, вот именно инструментал сюда подходит. Ёбари на геликах, ну, как будто, типа... Разгар здесь не сделает погода, либо что твои типы на изжоге. Я несу эту хуйню, чтобы ты вот как-то. Тут, короче, надо отыгрывать величие. Вот величие во всем. Вот ты, блядь, самый биг босс и все, пиздец. Есть ощущение, что тут смыслов несколько идет параллельно. То есть там продуман текст, там один кусок, там двухстрочие, да, это одна суть. Потом вроде репрезент, потом вроде то, немного это. То есть и мысль бегает, мысль теряется. Мысль должна быть простая под такой бит. Я ебашу. Вот, я лучше, я босс. Все. На мой взгляд, на мое восприятие вот такого эпичности, да, такой истории. Какой-нибудь простой максимальный репрезент без заумных историй. И что касается харизмы. Вот это вот все вот. Тоже не знаю, насколько это его, да. Ну, в общем, вот. Давно мы не можем услышать, к сожалению, такого прям вот мощного бэнгера, который вот может сделать Тифест, а он реально может это сделать. Или там вот его второй альтер-эго, там бриллиантовый Ти, да. Не знаю. Короче, он очень крутой артист, очень самобытный, очень узнаваемый. У него тембр, голос, все работает, все круто, все шикарно. Не знаю, посмотрим. Надеюсь, что он выпустит что-то близкое и понятное именно к своей, да, к своей истории. Что скажете вы по баллам? Как вам трючок? Тыкните. Сколько баллов дадите этому треку? Так. Ну, тут по рифам, в принципе, нормально, да. Так. Рик Росс бы залетел. Да, Рик Росс бы залетел. Вот. Да. То есть прям вот максимально тупого босса врубать, да, под этот бит. Вот максимально пафосного. Вот прям вот пиздец. Спицы в Манхэттен. Коты бы я, наверное, верю в приметы. Европа и Манхэттен. Европа и Манхэттен, Украина и Торонто. Да. Одежда и джинсы. Помады и Дживанши. Так. Я думаю, что 8 вполне, да. Структура ритмика 7 баллов, да. Реализация стиля. Блин. 6 даже. Да. Харизма 8. Атмосфера, вайб 4 балла. Трендовая сексуальность 4. Да. Вот такая работа. По-прежнему продолжаем ждать. Так, что там у нас по поводу Тифеста, кстати, здесь, да? Давайте посмотрим, что у нас тут. 70 баллов. 70 баллов. Средний трек. Вот он, атлет, да? Бриллиантовый Ти. Не знаю, видите ли вы, нет? Видно ли? Ну вот, 80-бальный трек. Это очень сильный трек. Атлет – лютая вообще работа. Изменчивый мир с Федуком. Бомба просто. Средний балл. 70 баллов за все оцененные треки у Тифеста. Никаких пока нет номинаций. 8 треков оценено, да, то есть, в принципе, все высокие баллы, высокие оценки. Потому что Тифест крутой, 57 баллов, блин, что ж так мало.
Жаль. Теперь стало 67,6, да. 57 баллов, да, 57 баллов, я думаю, вы видели. Ну, в любом случае, спасибо большое. Спасибо. Да.